Друзья, всем привет! В продаже появляется автомобиль Kia Sorento 2016 года выпуска. Объем двигателя составляет 2,2 литра дизель. Мощность двигателя 200 лошадиных сил. Спереди состояние дверных карт, руля и обивки сидений в хорошем состоянии. Сзади, как карта дверей, так и обивка сидений, также в хорошем состоянии. В комплектацию автомобиля входит 4 электростеклоподъемники, автоматические, центральный замок, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, багажник на сервоприводе, датчики света, датчики дождя, мультируль, штатная мультимедиа с возможностью подключения телефона по Bluetooth с картой, кнопка старт-стоп, климат-контроль, подогрев и охлаждение сидений передних, сзади только подогрев, подогревы руля. Также автомобиль оснащен полным приводом, обогревом заднего стекла. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контактные данные можете найти ниже в объявлении. Автомобиль можно приобрести как за наличный расчет, так и по системе 3D и в автокредит. Наш адрес: Азина 83, автосалон Столица. Всех ждем.